І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парєбрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Обіцяного Україною контрнаступу не було, але Росія все одно його відбила. Так впевнено заявила одна з головних пропагандисток Росії, бобраїдка Маргарита Симонян. Да, от такі вони, які називаються ми, а от такі на самом деле ми, з одним союзником в цій війні Білорусі, ну, якщо ж назвати союзником, вона і є ми. У нас, все-таки, не забувайте, єдине союзне государство. Ми – це вони. Они – это мы. Все остальные страны БРИКС – это страны, и многие другие, кстати, огромное количество стран Латинской Америки, Африки, арабского мира. В населении это гораздо больше, чем те, кто воюет против нас, если брать в людях, а считать всегда надо в людях. Но тем не менее, это страны, которые нас не осуждают. Это страны, которые ждут нашей победы. Но они не посылают своих граждан на поле боя. А бьемся только мы. Когда мы победим, а мы обязаны победить, они тоже воспользуются плодами этой нашей победы, потому что мир никогда не будет прежним. И когда мы победим, мы должны будем с гордостью признать, что это невиданное, немыслимое и неслыханное достижение в нашей истории. Представляете, в одиночку, со всей мощью западного мира. Контрнаступление не случилось. Ни весеннего, ни летнего, ни весенне-летнего. Будем ждать осенне-зимнего. Контрнаступление, которое против нас готовил весь западный мир, повторяю, мы отразили и, в общем-то, без, слава Богу, без существенных потерь для себя. Взагалі у студіях пропагандисти активно взялися, як вони кажуть, підбивати підсумки українського контрнаступу. Одні кричать, що все провалено, ніяких успіхів Україна не досягла, але є ті, хто категорично з цим не погоджується. Вот за время ваших последних скитаний и общения удалось ли что-то по поводу, вот тут с этой госпожой трудно не согласиться, замминистра обороны, я не знаю, она останется или нет, вот, но то, что она говорит, это действительно важно, поэтому такой интерес вызывает тема мобилизации этой глобальной. Ну, дело в том, что мобилизация, на самом деле, о которой сейчас говорится в Киеве, она нужна не для наступления, она нужна, прежде всего, для того, чтобы создать новую линию обороны, поскольку по планам, которые сейчас обсуждаются в Киеве, то, что называется сейчас контрнаступ, это примерно завершится в конце сентября. Так, стоп. Я ждал, что Андрей Владимирович приедет и будет меня поливать холодной водой. Значит, еще раз. Значит, если в конце сентября они завершают этот свой контрнаступ, а потом они переходят к обороне, Переходят к обороне, потому что погодные условия и прочее вынудят их перейти к обороне, но они считают, что задачу наступления своего они выполнили. В чем это выражается? Я могу процитировать частично Залужного, но во время его встречи с его зарубежными коллегами недавно. Он говорит, что мы решили несколько задач. Первое, самое главное, как он сказал, мы загнали российскую армию в глухую оборону по всей линии фронта и, соответственно, решили ее стратегически уничтожить. Тихо, проходите. Второе, то, что говорил Залужный, что мы сорвали планы России по освобождению территории Донбасса, соответственно, ничто из планов России. Третье, самое главное, значит, он сказал, что мы идем очень успешно по пути перевооружения армии, получения нового оружия. И четвертое, мы отработали полностью тактику нанесения ударов дронами и ракетами по территории Российской Федерации, и в ближайшие две недели это усилится, атаки будут усилены по отношению России. И самое главное, что тут я знаю, что об этом говорили во время моего отсутствия, Залужный сказал одно, мы добились самого главного, мы переводим войну в долгострой. Это значит, что рассчитывать на какое-то быстрое решение Россия, как он сказал, не может. Это значит, что будет и 600, и 700, и 800. Андрей Владимирович, из того, что я читал, вы с мобилизацией начали, а потом как-то на заужительную мобилизацию для обороны. Я про мобилизацию читал другое. Что это мобилизация? Происходит для того, чтобы прямо удовлетворить требования западных партнеров. Западные партнеры дали Украине какую-то конкретную цифру, сколько надо забирать в месяц. И Западу сейчас надо, Киев должен ему продемонстрировать, что они исполняют приказ, чтобы получать вооружение дальше в таком же объеме, в котором абсолютно получают. Что вы об этом думаете? Вот абсолютно не так, потому что я еще раз говорю, на последней встрече, которая была у Залужного, там было как раз согласовано о том, что некоторые базовые вещи реализованы. Сейчас надо думать о том, чтобы война была затянута, чтобы как минимум военные действия ушли бы к весне следующего года. Поэтому, сейчас, секунду. Коллеги, уважаемые, пожалуйста, подождите чуть-чуть. Нужна перестройка стратегии. У нас право первой ночи, Андрей Владимирович, согласитесь, как у оборона. Погодите, Андрей, нужна перестройка всей стратегии. Я понял. Значит, во-первых, вот я слушал сейчас Андрея Владимировича и вспоминал, как у нас давно достаточно Владимир Карпов объяснял, как устроена вот эта вот вся подача информационная в украинской стране. Помнишь, когда были у них попытки там в Брянск войти, вот эти ДРГ? А Владимир Вишин говорит, я сидел, читал там успех, и то, что все положили там всю эту ДРГ, это все равно преподносится как успех. Вот наглядный пример. То есть контрнаступ свою задачу выполнил, официально заявляет украинская сторона. Один уточняющий вопрос. В конце прошлой недели было интервью
фамилия этого начальника, по-моему, Тарнавский. Он какой-то командующий, по-моему, на запорожском направлении там, украинской армии. Вот, давал он интервью кому-то из британских, по-моему, изданий. Он сказал, что прорвана на запорожском направлении первая линия русской обороны. И сейчас, поскольку вторая и третья очень хилые, потому что русские этого не ожидали, мы сейчас пойдем вперед, и, в общем, накатом, и победа... То есть это явно противоречит тому, что вы сейчас... Нет, это... Нет, нет, это... Речь идет совершенно об одной маленькой конкретной операции в сторону Токмака. Все. Это маленькая операция? Это маленькая операция, в которой задействована... Вот, да, я не очень понимаю, как получается, что если, условно, там по всей линии фронта противник переходит в оборону, но на одном направлении он проводит маленькую операцию, стремительно успешную. Что речь идет о переходе к обороне только в конце сентября. До этого так, действия будут проводиться. Но сейчас речь идет об изменении стратегии, о том, чтобы 24-й год был продолжением. И параллельно в той самый час в іншій студії вже у здивного бочка Скабєєвої якийсь воєнкор розповідає, що контрнаступ провалився. Георгій, здравствуйте. Давайте ми теж почнемо подводити промежуточні итоги контрнаступления, коль скоро все западные аналитики говорят, что длиться бесконечно все это не может, дают украинцам еще буквально 3-4 недели. С чем вы связываете именно этот срок? Почему еще месяц? Что будет дальше? А также климатические изменения, изменения в составе руководства военного ведомства Украины как-то повлияют на фронтовые перипетии? Да, Ольга, добрый день. Но если говорить коротко, потому что рассуждать можно очень много, очень долго, по пунктам приводить и разъяснять, что у Украины не получилось и почему, но если сказать вот двумя словами, и это максимально емко и лаконично отразит все, что происходит на передовой, контрнаступление провалилось. Провалилось действительно, потому что если бы ожидания Киева не были столь завышенными, они бы изначально сказали, что попытаются предпринять какие-то действия для изменения ситуации на линии фронта, может быть, и был бы смысл это все обсуждать и об этом разговаривать. Но так как Киев вышел с изначально заявленным планом о том, что он возьмет штурмом, во-первых, передовые наши позиции, затем начнет продвигаться, попытается оккупировать Крымский полуостров, Донбасс и так далее, все это откровенно провалилось. На многих участках линии фронта не удалось врагу дойти даже до первой линии нашей обороны, не говоря уже о том, чтобы создать угрозу ее прорыва. То, что получилось у Киева, это нельзя назвать даже получилось, занятие нескольких населенных пунктов, в том числе вот там на запорожском направлении, они не внесли никакого изменения, не несут никакого стратегического или тактического смысла, тем более, если учесть то, какой ценой эти населенные пункты дались Киеву. Действительно, тысячи солдат остались в полях Донбасса, остались в полях Запорожской области ради нескольких каких-то метров вперед. Вот это все, чего удалось Киеву. Если говорить вот так вот немного иронично, но опять же, где здесь ирония, потому что то, что происходит, это откровенный какой-то ад. Это сократить численность украинской армии, показать свою полную небоеспособность, небоеготовность и в очередной раз прийти к тому, чтобы стоять виноват, опустив голову перед западными хозяевами, которые дают вот этот самый месяц, я связываю с тем, что дальше пойдет сезон затяжных дождей, и опять начнутся рассказы киевского военно-политического командования, что вот сейчас бы точно все у них получилось, но дожди мешают. Ось кремлівський пропагандист Соловйов взявся за зрадницю України Тетяна Монтян. Той запитує, а чим це вона у Росії займається? Буцімто з Росії громадян Молдови виганяли за участь у політичній активності, а Монтян – ні. Чи наших спецслужб оказується тут, в Росії? Разными путями. Один отсидев, его обменяли. Но, значит, у одного есть паспорт, судя по всему, у другой пока зачем-то вид на жительство. Я не понимаю, зачем эта гражданка находится в нашей стране, учитывая ее отношение к президенту, к тому, что делает наша страна, к власти. То есть какое у нее есть право вообще открывать рот и заниматься в России политической деятельностью? А поддержка Стрелкова – это есть уже политическая деятельность. Еще напомню, что он проходит по и заслуженно по статье «Экстремизм». Просто, если я правильно помню, из нашей страны граждан, например, Молдавии выселяли, там, выгоняли за участие в политической активности. А Монтян чем занимается? То есть что, статус ее нахождения в нашей стране позволяет ей заниматься политической деятельностью? Это что-то новое в нашем законодательстве. Поэтому вот кроме... Они люди, потерявшие свою родину. Сначала, как и все мы в 91-м году, потом в процессе захвата нацистами, потом, ряд из них нацистов защищал, как Монтян, будучи адвокатом, защищал как раз нацистов. Поэтому у Монтян поиск новой родины связан с потерей бази пропитання, що очевидно. А найсмішніше, що паралельно з цим росіян активно видворяють з Латвії. Тих, які так і не спромоглися вивчити латиську мову та скласти іспит. І за даними пропагандистів, таких приблизно 6 тисяч. Чиновникам в Європейському Союзі, в ОБСЄ, а він відповідає за цю сферу,
на то, что происходит в Прибалтике, в Латвии, в Эстонии, в Литве. Но, увы, мы очень часто не получали вообще никакого ответа на наши обращения. Да и вообще такое было впечатление, что они так не вызывают не то, что резонанс, но и внимание не привлекают. Хотя мы еще и в прошлом году обращали внимание на то, что латвийские власти вместе с литовскими, просто литовский в более мягкой форме, латвийский такой жесткий, с языковым экзаменом, с обязательными анкетами, с ответами на вопросы, которые подтверждают нелояльность граждан Российской Федерации, которые живут по видам на жительство в Латвии. Мы обращали на это внимание, мы написали письмо, сделали обращение. Ну а 1 сентября мы на это обратили внимание еще раз и начали сбор подписей за рубежом, просто потому что это такая как бы дата знаковая. Это не только тот день, когда дети пошли в школу, но и когда вступила в силу де юре и де факто норма о выселении граждан, не сдавших экзамен, не подписавших подобные анкеты, о выселении их из Латвии. О чем говорили латвийские чиновники? Они просто заявили, что те, кто не сдал, а таких на сегодняшний день 6 тысяч граждан Российской Федерации, ну это приблизительная цифра, больше, может быть, меньше, которым латвийские власти предложили в трехмесячный срок покинуть пределы Латвии. Что будет дальше, если эти люди не покинут? Сказать пока сложно, но, по крайней мере, с 1 сентября просто Рубикон определенный, который латвийские власти перешли. Свое решение не изменили, а только его подтвердили. Вот мы решили, что, наверное, наш голос слишком тихий, или на него не обращают внимания, поэтому мы решили собрать подписи, по крайней мере, обратиться с такой просьбой к большому количеству людей в разных странах, на разных континентах, которые просто присоединились бы к нашему возмущению. И мягко, интеллигентно попросили обратить внимание. И уполномоченный по правам человека ООН, и уполномоченный по такому же вопросу еврокомиссар, госпожа Миятович, обратить на это внимание, а также главу комиссии по национальным меньшинствам ОБСЄ. А ще послухайте сльозливу розповідь про бідну та нещасну бабусю від цієї жіночки. Если 1 сентября у всех ассоциируется с началом нового учебного года, то 2 сентября в этом году для многих станет днем скорби и отчаяния. Сегодня десятки тысяч граждан России, не выполнивших требования циничного закона об иммиграции, теряют статус постоянного жителя Латвии. Уже через 2 недели их удостоверения станут недействительными. Заветная мечта домбров и исалнексов превратилась в жестокую реальность. А теперь представьте одну из этих 10 тысяч несчастных, пожилую женщину, оставшуюся на склоне лет в полном одиночестве и живущую в пансионате для престарелых. Она честно трудилась на благо этой страны и встретила здесь старость. Она была вынуждена взять гражданство в России, чтобы в годы кризиса просто не умереть с голоду. Сейчас, лишившись статуса постоянного жителя Латвии, она лишается всего социального обеспечения. И что теперь? Сначала ее должны выселить из пансионата, так как она не может оплатить свое проживание. Представьте, как ее в инвалидном кресле выкатывают за ворота и оставляют на произвол судьбу. Что ее ждет дальше? Власти дадут умереть от голода прямо там? Или срочно приедут специально обученные люди, чтобы от греха подальше отправить ее на границу с Россией? Будут ли пограничники смотреть ей в глаза, лишь подтверждая ее невидимость в этой стране? Или, может быть, сам господин Домброва, столь последовательный в своей русофобской риторике, лично поедет с ней и помашет след кружевным платочком? Где и когда люди с депутатскими мандатами потеряли свою человечность? Это вопрос не просто о политике или законе. Это вопрос о душе нашего общества, о том, кто мы и за какие ценности мы готовы бороться. А что заважало цій бабці вивчити латиську мову за 32 роки? Якщо зараз їй 70, то 1991 року їй було лише 38. Та й загалом ту бабцю хтось бачив, чи існує вона взагалі? Дешева брехня за сценарієм Кремля, щоб вибити сльозинку. Та й взагалі чемодан, вокзал, Росія, як то кажуть. І варто взагалі нагадати, як саме виглядає пожила жінка з російським громадянством в інвалідному кріслі. А я не вірю, що не бомбять. Тому що нам переключили другий источник інформації і дали тільки один. Куди я знаю, може, взагалі все придумали і кіно. Бучу вбивали самі. Украинцы? Украинцы? Украинцы убивали. И вот эта вся выставка посвящена именно убийству Украины. Так я такой из дома, это паркар Украина. Я что думаю? Я. Что поздно начали, надо было гораздо раньше. Ховать, что нужно было делать? Порядок навести и с нацистами разобраться. И, как не дивно, але анекдот. Послухайте, як прем'єр Албанії на стратегічному форумі розповів анекдот про Путіна. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розповів про диктатора та бисто ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина. І сталося це у Словенії.
Албанський політик запитав, чи знають учасники заходу, що РФ хоче об'єднати свої часові пояси через велику різницю між двома кінцями і території. Це 9 годин. Далі я вам перекладаю. Прем'єр-міністр йде до Путіна і каже, є проблема. Моя родина була у відпустці. Я зателефонував їм побажати на добраніч, але в них уже був ранок. Я зателефонував Олафу Шольцу, щоб привітати його з днем народження, але він сказав, що це буде наступного дня. Я зателефонував Сі Цзіньпіну, щоб привітати його з Новим роком, але він сказав мені, що у них все ще старий рік. А Путін йому відповідає. Так, таке трапилося зі мною. Я зателефонував сім'ї Пригожина, щоб висловити співчуття, але його літак ще не злітав. І ось чого найбільше боїться Путін. Правильно, виглядати смішним, що і отримує. Друзі, ставте лайк, з мене наступний випуск.